Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и колокольчик. Будем смотреть веселые мульты, играть в игры вместе с вами. Погнали! Нолик, выходи играть! Ему нельзя. Его наказали. А за что тебя наказали? Я Масин помогатор без спроса взял. И долго тебе там сидеть? Пока Мася с папусом не вернутся из командировки. Откуда? Из командировки. Они в сотовом телефоне твоего папы. Не успели утром дочинить, он их с телефоном и унес. А знаешь, почему мобильный телефон еще называют сотовым? Он связывается по радио с другими мобильниками через специальные радиостанции. Их очень много на вышках и крышах домов. Каждая станция обслуживает свою территорию, которую называют сотой. Мобильник работает везде, где найдет радиосоту. Он соединяется по радио с ближайшей радиостанцией и, пожалуйста, говори сколько хочешь. Можешь даже переместиться из одной соты в другую. Твой мобильный телефон незаметно для тебя переключится на другую радиостанцию. И разговор не прервется, даже если ты будешь быстро бежать или ехать. Проведи человечка через лабиринт. Возьми сим-карту, чтобы активировать радиосоту. Димыч, привет! Ну вот, папа уже вернулся. Привет, пап! Как дела? Представляешь, Дим Димыч, я, кажется, потерял свой телефон. Как потерял? Где? Понятия не имею. Что же? Мне теперь здесь вечно сидеть? При чем тут ты? Наши родители пропали! Что-то нас давно не трясет. Наверное, мы уже дома. Где это? И как мы теперь вернемся к детям? Где моя Мася? Не хнычь, что-нибудь придумаем. Что поможет фиксикам узнать, где их родители? Ну-ну, где моя Мася? Слушайте, а что если им позвонить? Они тебе не ответят. А вдруг ответят? Звони, Дим Димыч.
волнуйся. Них-нич, что-нибудь придумаем. Найди в телефоне номер папы Дим Димыча и позвони ему. Используй кнопки навигации для перехода по разделам меню. Даже не думай, нам нельзя разговаривать с людьми. Мы не будем разговаривать, просто послушаем. Надо замкнуть контакты. Помоги папусу выбрать правильный инструмент. Опа! Не отвечаю. О, сняли трубку! Дай-ка я! Папус, Мася, это я, Симка! Симка? В телефоне. А Тони не догадывается. Тут сильно пахнет бензином. Скажи папе, что там сильно пахнет бензином. Пап, ты сегодня был в таком месте, где сильно пахнет бензином? Бензином? На заправку заезжал. Вот там ты свой телефон и оставил. Ты уверен? Да! У меня это... Интуиция! Ну что ж, съезжу, проверю. Это поразительно! Смотри, я его нашел! Дим Димыч, ты просто провидец! Я его и вправду на заправке выронил! Слушай, а ты случайно не знаешь, где я в прошлом году часы потерял? Нет. Не торопись, подумай, у тебя же интуиция! Помоги фиксикам исполнить танец под веселый рингтон сотового телефона. Следи за цифрами на экране и нажимай соответствующие кнопки на телефоне. 8 2 9 3 7 4 8 1 9 Иха!